Приветствую. Как же все-таки женщину меняют здоровые, красивые волосы? Пусть даже они нарощенные. Вот даже маску можно любую сделать. Ну, это же просто красота. Я просто балдею. Девочки дали пару советов. Буду окрашивать корни теперь в салоне. И постепенно мы будем милироваться и корень делать семерочку. Не знаю, восьмерочку, наверное, может длину со временем. В общем, еще немножко определюсь, что я хочу. Мне невероятно нравится. Немножко еще каким-то лаком профессиональным были сбрызнуты волосы. Ну, красота. Сказка. Сказка, просто сказка. Единственное, мастер сказала, что у меня расческа немножко не такая. Что еще хочу сказать? Вот про седые волосы сниму все-таки еще отдельное видео. И вы должны понимать, что если... Мастер, я пока краситься не буду, посмотрит, какой у меня все-таки уровень седины, может уже 80%. Не буду я, конечно, переходить. Кстати, розовый цвет так мне красиво, надо на день рождения розовое платье купить, потом на море я поеду. В этом платьишке и с этими волосиками. Кстати, бесплатно мастер мне одну прядку нарастила, для того, чтобы красиво было. Так тоже делает не каждый. Контакты могу дать, кому интересно, потому что очень мне девочка понравилась. Сама отрастила тоже она волосы благодаря донорским волосам. Может, энергетика такая от них идет. И думаю, что я тоже отращу. И вот мне было, в общем, все-таки посоветовали переходить на семерочку. Ну, то есть такой русый, благородный, натуральный цвет. Все. Всем удачи, здоровья. И, девочки, берегите свои волосы. Если они у вас не седые, не красьте их вообще. Все. Ой, ну прямо вот я сидела и красовалась. Красивая я? Да, красивая. Муж говорит, красивая. Вот что делают женщины волосы, да? Казалось бы, простые волосы. Девочки, отращивайте волосы, лечите. Муж у меня тут балуется, рекламу какую-то слушает, включает. Все. Всем удачи.